Вы знаете, вы заметили, что в этом году много участвовало детей в конкурсе. Много было действительно молодых, юных, талантливых исполнителей, авторов. И вы знаете, приятно, что вот подрастают дети. Человек, который выйдет сейчас на сцену, давно уже не ребенок. Но это дочь моего товарища, с которым я знаком давным-давно. Мне приятно, что она в конце концов стала лауреатом этого фестиваля. Поэтому я вот и вышел на сцену, чтобы с большим удовольствием объявить. Для вас будет петь Наталья Турьянская. Аплодисменты. Женщинам нужно хлопать громче. Мужчины, застыли. Добрый вечер. Вы знаете, я буду петь сейчас песню Елены Казанцевой, но перед этим прочитаю маленькое стихотворение ее же. «Если б я была свободна, если б я была горда, я могла б кого угодно осчастливить навсегда. Но поскольку не свободна и поскольку не горда, я могу кого угодно, где угодно и когда». Я скучаю на матрасе лежа, что это не идет ко мне Алеша. Ходит он с брюнеткою Ларисой, а со мной не хочет с белобрысой. А у меня глаза морского цвета, у меня коса до парапета. И размер ботинок 43-й, чтобы устоять на парапете. А у нее ни кожи и ни рожи, да зато ботинки подороже. И размер поменьше, эко-дива, но зато из кожи крокодила. А если у меня коса тугая, отчего ж гуляет с ним другая? Видно, зеркала мои соврали, что красивше я его и наиграли. Я скучаю на матрасе лежа, что это не идет ко мне Алеша. Ходит он с брюнеткою Ларисой, а со мной не хочет с белобрысой. А сейчас песня Александра Иванова, она называется «Предчувствие». Где-то в теплых слоях атмосферы, ай, не тревожа, озоновый слой, ай, представитель рептилиевые. Чудо я, черлита, ед стрела, ищет след его палеонтолог на разломах реликтовых плит. А он крылья распустит, как полог, и один против солнца. Пари, по ночам он, снижаясь, вдыхает аромат земляничных полян. Ай, тем живет и черта неплохая, не кусает за шею земля. Воплощенная предков мечта. Он безногим родился в полете, ай, обречен бесконечно летать.
само и за миг до побудки. Ай, как бревно, лежа в вылистом дне, ай, натощак, словно с камнем в желудке. Я, дружище, летаю во сне. А проснусь и ползу по старинке. Я такой же, как ты, крокодил. Но порою так чешется спинка. А может, это предчувствие крыльев? Наталья Владимировна Турьянская.